Более 550 миллиардов тенге инвестируют в Акмолинскую область до конца года. Из них свыше 400 миллиардов уже привлечено в основной капитал, сообщил аким Акмолинской области Марат Ахмеджанов. Он отметил, что кроме основных проектов АПК, в регионе появился комплекс по переработке бобовых и зерновых культур, комбикормовый завод и предприятие по производству крупы. В перспективе строительства птицефабрики в Зериндинском, мельничного комбината в Астраханском и кирпичного завода в Аршалынском районах. Также достигнута договоренность о строительстве завода по производству локомотивов, которое будет выпускать до 360 единиц подвижного состава в год. Также нами подписано соглашение зарубежной компании о строительстве крупного завода по глубокой переработке зерна. Этот проект стоимостью 650 миллионов долларов не только создаст 1000 рабочих мест, но и увеличит экспортный потенциал страны. Как отметил президент, такие проекты имеют стратегическое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны и увеличения добавленной стоимости в сельскохозяйственном секторе.